В Хабаровском крае усилены меры безопасности, поскольку возник риск занесения вируса африканской чумы свиней с соседних регионов. В Еврейской автономной области в селе Дежнево недавно был выявлен первый случай заражения. Подробности в следующем сюжете. В Хабаровском крае введен режим ЧС из-за угрозы возникновения африканской чумы. Она опасна для домашних свиней. Вакцины от вируса нет. Предположительно, он был занесен из Китая. Для человека африканская чума смертельной опасности не несет, но мясом отравиться можно. Однако, если чумой заболеет домашняя или дикая свинья, ее придется умертвить вместе со всем поголовьем. Для того, чтобы вирус не проник на территорию края, на въезде в регион организованы ветеринарно-полицейские посты. Один пост стоит у нас на мосту, на нашем Амурском мосту. После Россельхознадзора, там дежурят ребята круглосуточные посты. Второй пост в Бикинском районе на границе с Приморским краем. Сотрудники ГИБДД останавливают машины, наши доктора дежурные проверяют на наличие мяса, либо животного, либо живых животных, сверяют документы. На территории Хабаровска в частных подворьях живет порядка 1800 свиней. При первых признаках болезни, а это вялость, температура, отсутствие аппетита у животного, нужно немедленно обратиться в государственную ветеринарную службу по телефонам 20 80 21, 20 80 23 и 20 80 24.